Написание и издание книг является важной составной частью всей деятельности национально-культурных татарских объединений Санкт-Петербурга. Как журналист по образованию, как бывший работник постпредства Татарстана и как сапкор агентства «Татаринформ» я не мог не участвовать в издательской деятельности. Первой относительно большой книгой моей была книга «От индейцев и гуннов до Золотой Орды». Ценность и этой книги считаю в том, что она отражает далекий период истории и культуры предков татар, то есть начиная до новой эры и кончая Золотой Ордой. Представители многих народов, включая самих татар, имеют такую привычку, что смотрят на историю татарского народа, начиная с завоевательных походов Чингисхана и продолжая Золотой Ордой. А что было до этого, мало кто знает. А предки татар имели развитую письменность, руническую. Многие известнейшие ученые-тюркологи считают, что у предков татар и ранее была письменность, предполагают иероглифическая, но пока образцов ее не нашли. И я вот этой книгой в какой-то мере заполнил эту лакуну. Как будто недавно мы отмечали такие крупные юбилеи, как 300-летие Санкт-Петербурга и тысячелетие Казани, и совместно организовали и провели широкие празднования. И многое отразилось в издательской деятельности. Ну и была написана книга «Татарская община Санкт-Петербурга» к 300-летию Санкт-Петербурга. Также была написана книга «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда». Вот есть книга «Татарская община», казалось бы, на одну и ту же тему, но ее особенность в том, что она включает многие портреты, нарисованные художником, талантливым художником Сайбаталом Хайдаром Гузаировичем, ветераном Великой Отечественной войны. Вот его здесь портреты. Сейчас, к сожалению, Хайдар Гузаирович скончался, его нет. Есть и такое издание «Татарская община Санкт-Петербурга», издание журнального типа. Казалось бы, они все имеют одну тему, но написаны по-разному, разный объем, разные иллюстрации. Вот они представляют такую тему. Важнейшими событиями за последние десятилетия были выставки из фондов Эрмитажа в Казани по темам «Сокровища хана Кубрата» и «Сокровища Золотой Орды». Вот одна из этих книг «Кубрат-хан Хазин-эл-эре», то есть «Сокровище хана Кубрата». Это сувенирное издание мне было подарено президентом Республики Татарстан Шаймиевым. И была вторая выставка «Сокровище Золотой Орды». Информационное обеспечение этой выставки мною было сделано брошюры «Золотая Орда. Полемические заметки». По трудам великих русских ученых я написал эту брошюру и писал, что Золотая Орда – это было высокоцивилизованное государство, где процветали ремесла, науки. При Золотой Орде строились крупные города, добротные очень города с удобствами, с прямолинейной планировкой. Эти города, как многие ученые пишут, даже превосходили такие известнейшие города Средневековья, как Париж, Лондон, и по размерам, и по удобствам, которые были созданы. Важность своей книги считают татары и русские. Я над этой книгой трудился 7 лет. Эта книга рассказывает о громадном влиянии татарского языка на русский язык. Сейчас она будет переиздаваться. Готовится также еще к печати моя работа «Татары на берегах Невы». Говоря о своих книгах, я не могу не отметить значимость и не выразить благодарность спонсорам, меценатам, которые выделяли большие финансовые средства на издание моих книг. Перечислю лишь некоторые фамилии. Акбулатов Шамиль Измайлович, Алюшев Шамиль Абдулович, Суфьяров Альберт Диасович, Хайрулин Камиль Акзамович, Хасанов Салим Талхинович, Сирозидинов Рустам Равильевич, Курмакаев Кия Мустакимович, Магдеев Ренат Раович и другие. Я благодарен также руководителям представительства Республики Татарстан Ренату Накифовичу Валиуллину и Дамиру Рахимовичу Сабирову за моральную поддержку моей деятельности и за полезные практические советы при написании этих книг, и их советы я широко использовал.
Таким образом, издательская деятельность, как я начал свой рассказ небольшой, это важнейшая составная часть всей деятельности национально-культурных объединений. И считаю, что вот эти мои книги – это книги, которые носят во многом краеведческий характер, и они являются определенным вкладом в такое научное поднаправление, как петербургское татароведение.